зовут Дерипаска Никита. На улице Октябрь, холодно, идет снег. А это программа «День и ночь в России». И мы в Ярославле. Погнали! Ярославль был основан в 1010 году Ярославом Мудрым. Кстати, никого не вспоминаете? Этот город входит в тур-маршрут «Золотое кольцо России», поэтому здесь всегда будет большое количество туристов. Ярославлю уже больше 1000 лет. Нью-Йорку около 400 лет, Рио-де-Жанейро около 500 лет. Да что там говорить, Ярославль даже старше Москвы. Но то, что ему 1000 лет, не говорит о том, что город еле дышит и скоро развалится. Ничего подобного. Город очень современный, тут есть большие центры, клубы, рестораны, большое количество других развлекательных мест. И поверьте, мы их вам еще успеем показать.